Добрый вечер. Сегодня у нас рыбка вяленая, чуть-чуть прикопченная. Шимая. Ну или шимая, как правильно, не знаю. Она продается под видом рыбец, но это шимая. Ну, или, ну похоже на рыбец, а не около. Это шимая. Вот. И пиво панковое Эсидиси. 5,3. Здесь содержится ингредиент, какой сейчас скажу, состав: вода, солод и пенный хмель. Вот эти все этикетки, когда такие наклеены, это значит, что импортное пиво, вот эти бумажные. А когда на банке написано, это все ерунда. То есть вот это импорт. Вот 5,6,6, ну floating унция, то есть равняется, в общем, здесь больше полулитра, вот там такая, если видите, высокая банка. Вот. Будем. День рождения Владимира Ильича Ленина, 22 число. Все мы рыбку заготовим и будем ведать это пиво. Дальше покажу. Ну вот, почистил я сию рыбку. Она же шимая. Ну вот я говорю, мне сказали, что она... Ну, по ценнику она рыбец, но это шимая. Ну или шимая. Точно я не знаю как. Вот. Это такая рыбка семейства карповых, она типа плотвы, типа воблы. Вот примерно такая, типа тарани. По прогонитости она больше напоминает язика в молодости или жирешка, что-то около того, но она около плотвы все-таки. Вот. Ну и обладает розовыми плавничками, брюшными и спинными. Вот с верхним ртом, а вот и рыбец обладает средним ртом, поэтому тут сложно определить, я не знаю, в свежем, вот, ну, в выловленном виде, я бы сказал бы, как это выглядит. Ну, на, в общем, мне сказали, что это шимая, но буду надеяться, потому что рыбец, он более вертинообразный, тельцо у него. Вот, а вот это вот вкусняка какая-то немецкая, ух, какая, Рокербюст, наверное. Такое вот какое-то мега немецкое пивко. Там сбоку Эсидиси написано. Это, видно, какой-то там панк-рок фестиваль, наверное, придумал такую штуку. В общем, всех с днем рождения Владимира Ильича Ленина. Кто там фанатеет, кто не фанатеет, пофигу. Всем пивная суббота. Всем всего доброго. Кушайте пиво с рыбой, ну и кто там с чем ест. С сухарями там, то с гренками вот этими сухарными там, со всем чем угодно. С сырным палочком. Ну, в общем, пейте пиво, господа, с креветками, с рыбой, с мясом ешьте. Всем привет.